Иван, к сожалению, твоя поэма нам абсолютно не подходит. Мы заказали тебе антирелигиозную пропагандистскую вещь. Дай чай нарзану. Нарзана нету. Пиво есть? Пиво привезут только вечером. А что есть? Есть абрикосовое, только теплое. Давайте. Давайте, давайте, давайте. Дело не в том, каков был Иисус, плох ли, хорош ли, а в том, что ты в своей поэме должен был показать, что он как личность вовсе не существовал на свете. Что? Знаешь, фу ты, черт, у меня сейчас от жары чуть было... Удар не сделался. Даже что-то вроде галлюцинации было. Сейчас. Нет ни одной восточной религии, в которой бы непорочная дева не произвела на свет Бога. И христиане, не придумав ничего нового, создали Иисуса, которого на самом деле не существовало. И тебе надо было вместо... Извините меня, пожалуйста, что я, не будучи знаком, позволяю себе. Но предмет вашей беседы настолько интересен, что я... Разрешите присесть. Если я не ослышался, вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете. Вы не ослышались. Именно это я и говорил. Ай, как интересно. А вы соглашались с вашим собеседником? На все 100. Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще не верите в Бога. Клянусь, я никому не скажу. Да, мы не верим в Бога. Но об этом можно говорить свободно. Но вот какой вопрос меня беспокоит. Если Бога нет, то кто же, спрашивается, управляет всей жизнью человеческой и вообще всем распорядком на земле? А сам человек и управляет. Виноват. Для того, чтобы управлять, нужно как-никак иметь точный план. Ну, хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, скажем, лет эдак в 1000. А человек не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день. Вот возьмет вдруг, поскользнется и попадет под трамвай. Да, человек в смерти. Но плохо то, что он внезапно смертен. Он даже не может знать, что с ним произойдет сегодняшним вечером. Ну, сегодняшний вечер неизвестен. Само собой, разумеется, если мне на бронный на голову свалится кирпич и... Кирпич ни с того ни с сего никогда никому на голову не свалится. В частности, уверяю вас, вам он ни в коем случае не угрожает. Вы умрете другой смертью. Может быть, вы знаете, какой? И скажете мне? Охотно. Вам отрежут голову. Интересно, кто? Враги? Интервенты? Нет, русская женщина, комсомолка. Комсомолка? Почему? У меня сегодня вечером заседание в Массолите. Почему? Потому что Аннушка уже купила подсолнечное масло. И не просто купила, но уже и развела. Так что заседание не состоится. Простите, а при чем здесь подсолнечное масло? И какая Аннушка? А подсолнечное масло здесь вот при чем? Вам, гражданин, никогда не приходилось бывать в лечебнице для душевнобольных? Иван, Иван. Бывал, бывал, и не раз бывал. Где я только не бывал. Жаль, что я только не удосужился спросить у профессора, что такое шизофрения. Так что вы у него сами узнаете, Иван Николаевич. А откуда это вы знаете, как меня зовут? Помилуйте. Кто же это вас не знает, Иван Николаевич? Поэт?
ударник. Я извиняюсь. Вы не можете подождать минуточку? Мне, товарищи, нужно пару слов сказать. С удовольствием. Здесь все хорошо, под липами. К тому же я никуда не спешу. Но вот что, Миша, это никакой не интурист, а иностранный шпион. Это русский мигрант, перебравшийся к нам. Спрашиваю у него документы, это уйдет. Извините меня, пожалуйста, что я в пылу нашего спора забыл представить себя вам. Вот моя визитная карточка, паспорт и приглашение приехать в Москву для консультации. Вы в качестве консультанта приглашены к нам, профессор? Да, консультанта. Вы немец? Я-то? Пожалуй, немец. А какая у вас специальность? Я специалист по черной магии. Имейте в виду, что Иисус существовал. Но требуется же какие-нибудь доказательства. Да никаких доказательств не требуется. Все просто. В белом плаще, с кровавым подбоем. Так это ты хотел в Иерусалиме царствовать? Добрый человек. Поверь мне. Ты меня называешь добрым человеком, ты ошибаешься. В Иерусалиме про меня шепчут, что я свирепое чудовище. Только не калечь. Римского прокуратора называть егемоном. Других слов не говорить. Смирно стоять, ты понял меня? Или тебя ударить еще раз? Я понял тебя. Не бей меня. Имя? Иешуа. Прозвище есть? Каноцри. Зачем же ты хотел разрушить здание храма и подбивал народ к этому? Я добрый. Я, егемон, никогда не собирался разрушить здание храма. И не подговаривал на это бессмысленное действие. А вот что ты все-таки говорил про храм толпе на базаре? Я сказал, что рухнет храм старой веры. И создастся новый храм истины. Зачем же ты смущал народ на базаре и говорил об истине, о которой ты не имеешь представления? Что есть истина? Истина? Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова. И болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Такую истину я могу сообщить. Но мучение твое сейчас кончится, и голова пройдет. Советовал бы тебе, егемон, оставить на время дворец и погулять где-нибудь в окрестностях. А я с удовольствием бы сопровождал тебя и охотно бы поделился своими мыслями. Развяжите ему руки. Так ты утверждаешь, что не призывал разрушить или поджечь, или каким-либо иным способом уничтожить храм? Я никого не призывал к подобным действиям. Разве я похож на слабоумного? Вот да, ты не похож на слабоумного. Тогда ты должен поклясться, что не делал этого. Чем хочешь ты, чтобы я поклялся? Хотя бы твоей жизнью. Ею клясться самое время, так как она висит на волоске. Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, егемон? Я могу перерезать этот волосок. Согласись, что перерезать волосок может лишь тот, кто подвесил. Ну, а теперь скажи, ты всем говоришь, добрый человек? Да. Злых людей нет на свете. Впервые слышу об этом. Ну, а вон Кентурион Марк, прозванный крысобоем. Он добрый? О, да,
Просто он очень несчастный человек. С тех пор, как германец изуродовал его в бою, при Деставизо он стал жесток и черств. Ты когда-нибудь встречал Марка? Нет, я никогда его не встречал. Смертный приговор Иешуа Ганоцци вынесен малым Синедрионом, я не утверждаю. Есть ли все о нем? Нет, к сожалению. Оскорбление его величества кесаря. Доносчик. Лучший сыщик Каифы в Иерусалиме, Иуда Искариафа. Знаешь ли ты некоего Иуду Искариафа? И что именно ты говорил ему, если говорил о кесаре? Дело было так. Позавчера вечером возле ворот храма я познакомился с одним молодым человеком. Он пригласил меня в свой дом. Добрый человек. О, да, очень добрый, любознательный человек. И попросил меня высказаться о государственной власти. И что же ты ответил? В числе прочего я говорил о том, что всякая власть является насилием над людьми. Что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо другой власти. И человек перейдет в царство истины и справедливости. На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной власти для людей, чем власть императора Тиберия! И не тебе, преступник безумный, рассуждать об этом. Крысобой, выведи конвой с балкона. Оставьте меня одного. Это государственное дело. У меня, Егемон, есть предчувствие, что с Иудой случится несчастье. И мне его очень жаль. Ты себя лучше побереги, чем Иуду. Он добрый человек. Да? И настанет царство истины. Настанет, Егемон. Оно никогда не настанет! Никогда! Ненавистный Иерусалим! Иешуа Ганоцци, веришь ли ты в каких-нибудь богов? Бог один. В него я верю. Тогда помолись ему. Крепко помолись. Впрочем, это уже не поможет. Жены нет? Нет, я один. О, ненавистный город. Если б тебя зарезали перед свиданием с Иудой, было бы лучше. А ты бы отпустил меня, Егемон. Я вижу, что меня хотят убить. Неужели ты думаешь, несчастный, что римский прокуратор отпустит человека, говорившего то, что говорил ты? Или ты думаешь, что я готов занять твое место? Егемон. Молчи. Молчи. Ко мне. Именем великого императора утверждаю смертный приговор преступнику Иешуа Ганоцци. Уведите его. Во-первых, преступника Дисмос и Гестес, думавшие подбивать народ на бунт против кесаря, с боем взятой римской властью. Варраван же и Ганоцци, схвачены местной властью, осуждены Синедрионом. Но согласно закону и обычаю, одного из этих двух последних нужно будет отпустить на свободу в честь наступающего сегодня великого праздника Пасхи. Синедрион просит отпустить Варравана. Варраван отягощен гораздо значительнее.
Синандрион внимательно ознакомился с делом и вторично сообщает, что намерен освободить Варавана. Как? Даже после моего ходатайства? Ходатайство того, в лице которого говорит римская власть? Немир, нет, Немир принес нам обольститель народа в Йершалаим. И ты, всадник, прекрасно это понимаешь. Да, кстати, Каифа, агентура, я слышал, у тебя очень хороша. Особенно молоденький сыщик Иуда из Кириафа. Ты его береги, он полезный. Другого найдем. Именем Кесаря Императора! Ура! 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 Четверо преступников, арестованных в Иерусалиме за убийство, подстрекательство к мятежу, оскорбление закона и веры, приговорены к позорной казни, повешению на столбах. Имена преступников: Дисмас, Гестас, Варраван, Ганоций. Но одному из осужденных в честь праздника Пасхи великодушный кесарь-император возвращает его презренную жизнь. Имя того, кто на ваших глазах сейчас будет отпущен на свободу, Варраван. Никто не может подтвердить то, что вы рассказали. О, это может кто подтвердить. Дело в том, что я лично присутствовал при всем этом. Только тайно, инкогнито, так сказать. Вы сколько времени в Москве? Я тотчас, вот сию минуту приехал в Москву. А вы один ли с супругой? Один, один. Всегда один. А где же ваши вещи? Где вы остановились? Да нигде. А где же вы будете жить? В вашей квартире. Мне очень приятно. Боюсь, вам там будет неудобно. А в метрополе чудесные номера. И дьявола тоже нет? И дьявола. Иван, молчи. Да нет никакого дьявола! Вот наказание. И бросьте вы психовать. Нет, это уж положительно интересно. Что ж это у вас? Чего не хватит, ничего нет? Нет. А вы, Иван Николаевич, здорово верите в Христа. О, началась черная магия. Необходимо быть последовательным. Будьте добры. Наступите ногой на этот портрет. Но просто странно. Да не желаю я. Боитесь? И не думаю. Боитесь? Так помилуйте, профессор. Ни в какого Христа он не верит. Но нелепо, по-детски нелепо доказывать свое неверие таким способом. Тогда незачем было трепаться, что атеист, богоборец. Как же ты хочешь мужикам проповедовать? Какой ты пропагандист? Интеллигент ты несчастный! Вот ты кто! Кто? Я интеллигент! Я интеллигент! Ну так вот же! Стойте! 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 После моего Евангелия, после того, что я рассказал вам о Йешуа, Михаил Александрович, неужто вы не остановите юного безумца? А вы слышали? Я честно рассказал! Да? Остановите его, вы старше. Как это все глупо, глупо! Не поощрять его, не останавливать я не буду. Ну так вот! Вот! Ну вот, все в порядке.
И дочь ночи Мойра доплела свою нить. Успокойтесь, успокойтесь. Успокойтесь, профессор. Вы сейчас посидите здесь, с товарищем бездомным. А я сбегаю только на угол. Звякну по телефону. Позвонить? Да. Ну что ж, позвоните. На прощание, умоляю вас, поверьте хоть то, что дьявол существует. На это имеете 7-е доказательство. Самое надежное. Хорошо, хорошо. Михаил Александрович, не прикажете ли, я велю дать телеграмму вашему дяде у Киев? Дурненько пишите, гражданин. Сюда, пожалуйста, прямо и выйдите куда надо. С вас бы за указание на четверть литра поправиться бывшему регенту. Заседание не состоится, потому что Аннушка разлила подсолнечное масло, а голову Берлиозу отрежет комсомолка! Сознавайтесь, кто вы такой! Не понимаете русский говорить. По-русски не понимаешь, да? Они не понимают! Не понимают! Не притворяйтесь! Вы только что прекрасно говорили по-русски! Вы не немец и не профессор! Вы убийца и шпион! Документы! Гражданин! Вы что это волнуете, индуриста? За это с вас строжайшим взыщет! Гражданин! Помогите задержать преступника! Вы обязаны это сделать! Преступника? Вот нет. Так, если это преступник, первым долгом следует кричать «Караул!» А то он уйдет! И давайте вместе и разом! И... Караул! Так ты что ж? Ты что? Ты что ж с ним заодно, да? Я? Ты что? Нет! Ты что? Глумишься надо мной, а? С дороги! Уйди с дороги! Нарочно под ногами вертишься, да? Да я тебя сейчас лично предам в руки милиции! Ах ты! Ой! Тут ты вылетал! Уже, между прочим, 11 часов, а Берлиоза все нет и нет. Состоится, наконец, когда-нибудь это проклятое заседание. Хлопец, наверное, на Клязьме застрял. Позвольте, но заседание назначено на 10. А сейчас хорошо на Клязьме. Теперь уж, наверное, соловьи поют. Вот-вот. Третий год вкладываю денежки, чтобы больную базедовой болезнью жену отправить в этот рай. Да что-то не видно ничего в волнах. Это уж кому как повезет, коллега. Мы все писатели, а дачи достаются генералам от литературы.
Латунскому, например. Дело не в этом. А дело в том, что уже половина двенадцатого. Алло, алло, Прилыгина? Да себе Берлиоза? Ах, Лавровича. А Берлиозы у вас нет? Нет. А позвонить он не может. Значит, они там на даче отдыхают, а мы тут с голоду помираем. Значит так, я пошел в ресторан. Обедать! Здесь нет. Ха, готово дело, белая горячка. Как же его милиция-то пропустила по улицам в таком виде? Дважды хотели задержать, а я махнул через забор, и вот, видите, щеку и задрал. Братья по литературе, слушайте меня все. Он появился. Ловите его немедленно, иначе он натворит неописуемых бед. Кто? Кто появился? Консультант. И этот консультант сейчас на Патриарших убил Мишу Берлиоза. А как его фамилия? То-то фамилия. Помню только первую букву. Вагнер, Винтер, Вайнер. Вульф. Дура! Причем здесь Вульф? Никакой Вульф такого не натворит. Вот что, граждане, звоните немедленно в ГПУ. Пусть срочно пришлют 5 мотоциклетов с пулеметами. Профессора ловить. А я пока обыщу Грибоедова. Я чую, что он здесь. С дороги, Арамей! Уйди! Здесь! Видите, он в подстальниках? Да ведь, Арчибальд, Арчибальд, как же я могу их не допустить, если они член Басалита? Товарищ бездомный, успокойтесь. Мы прекрасно понимаем, что вы расстроены смертью всеми нами любимого Миши Берлиоза. Ты понимаешь ли, что нужно поймать профессора? Иван Николаевич! Кретин! Иван Николаевич, помилуйте! Нет уж, кого-кого! А тебя я не помилую! А такие швейцары в ресторане даром не нужны. Ты он в церковь, сторожем поступи. Руку, руку! Психиатрическую! Свисти! Отпустите! 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 Интеллигенция вшива! Кому руки ловите, пролетарскому поэту, да! Пусти! Пусти! Сволочи! Арамеи продажные! Троцкисты! Сволочи! Гады! Вот, доктор, известный поэт Иван Бездомный. Вот, видите ли, мы опасаемся, не белая ли горячка? Но. Не кусается? Пока нет. Сильно пил? Нет, выпивал, но не так, чтобы уж. Ну, а тараканов, крыс, чертиков, шмыгающих собак не ловил? Нет, доктор, ну вчера был у него, сегодня утром совершенно был здоров. Ну, а почему в кальсонах? Что, с постели взяли? Да нет, он в таком виде в ресторан явился. А почему ссадина? Что, ну, сдрался? Нет, он с забор упал. Ну, там в ресторане еще ударил одного, еще кое-кого. Ну, в общем... Так, 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 так. Здравствуйте. Здорово, вредитель. Сколько вам лет? Да пошли вы все к чертям от меня в самом деле. А почему вы сердитесь? Я ведь ничего неприятного вам не сказал. Мне 23 года! Я подам на вас всех жалобу! А на тебя в особенности, гнида! Позвольте вас спросить, на что же вы будете жаловаться? А на то,
что меня, здорового человека, схватили и силой приволокли в сумасшедший дом. Это не сумасшедший дом, Эмон Сюпе. Садитесь. Вы находитесь в клинике, дорогой мой, где вас никто не станет задерживать, если не будет надобности на то. Ха! Слава тебе, Господи! Наконец-то! Нашелся один нормальный среди идиотов! Скажите, пожалуйста, почему вы пришли в ресторан в одном нижнем белье? Пошел я на Москварику купаться. Так. Ну и попятили мою одежонку. Пришлось идти так, потому как спешил. В ресторан, к Грибоедову. Ну, ресторан так называется. А почему вы спешили? Что, было какое-нибудь важное дело? Консультанта я ловлю. Вы Берлиоза знаете? Знаю. Композитор. Да какой композитор? Извините. Ну да, композитор, но композитор это однофамилец Миши Берлиоза. Председатель Массолита Берлиоза сегодня вечером сдавил на патриарших. Не ври, что не знаешь! Он его нарочно под трамвай пристроил. Толкнул. Так он там толкнул! Такому и толкать не надо! Он заранее знал, что Берлиоз попадет под трамвай. А кроме вас никто не видел этого консультанта? В том-то и дело, что нет. Только я и Берлиоз. А вы приняли какие-нибудь меры, чтобы поймать этого убийцу? Взял я на кухне свечечку. Вот эту? Вот эту самую. А иконка зачем? Да, иконка. А вот, из-за иконки-то больше всего испугались. В общем, так, понимаете, он консультант этот, будем говорить прямо. Да? С нечистой силой знается. Его просто так не возьмешь. Да-с, знается. Факт бесповоротный. Так. Лично с Понтием Пилатом разговаривал. Нечего, нечего на меня так смотреть, верно говорю. Все было. И балкон, и пальмы. Был словом у Понтия Пилата. Я за это ручаюсь. Ну-ти. Да. Ну вот. Пришпилил я иконку и побежал. Два часа. А я тут с вами разговорился. Извините, где у вас телефон? Пропустите к телефону. Милиция! Милиция! Товарищ дежурный, срочно пришлите 5 мотоциклетов с пулеметами для поимки иностранного консультанта. Заезжайте со мной, я поеду с вами. Говорит поэт бездомный из сумасшедшего дома. Как ваш адрес? Карла Маркса, 13. Алло? Алло, милиция! Алло! Безобразие! До свидания. Пропустите. Пропустите же! Куда же вы пойдете? На ночь глядя, в нижнем белье. Вы себя плохо чувствуете. Останьтесь у нас. Ах так! Ну тогда прощайте! Так вот вы какие стеклышки у себя тут завели! Бандиты! Сволочи! Мерзавец! Пусти! Пусти! Ванну, 117-ю палату отдельную и к нему пост. Доктор, да? Скажите, а что, действительно, серьезно? Да? О, да. Да. А что это такое? Ну, двигательное, речевое такое возбуждение, понимаете? Такое сложный случай. Шизофрения, очевидно, скорее всего. Ну и алкоголизм. Груня пирамидона! Миша, Берлиоз! Ты так и дома? Добрый день. Симпатичнейший Степан Богданович. А? Что вам угодно? 11. И ровно час, как я дожидаюсь вашего пробуждения. Ибо вы сказали мне, чтобы я был у вас в 10. Вот и я. Извините, скажите, пожалуйста, вашу фамилию. Как?
Вы и фамилию мы забыли. Откровенно сказать, вчера я немножко... Дорогой Степан Богданович, никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте старому мудрому правилу. Лечить подобное подобным. Единственное, что вернет вас в жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской. А вы? С удовольствием. Ну? А вы что же, Благодарствуйте. Я не закусываю никогда. Надеюсь, что теперь вы вспомнили мою фамилию? Нет. Однако я чувствую, что после водки вы пили еще портвейн. Ну, разве можно это делать? Профессор черной магии Воланд. Напомню, что вчера я приехал из-за границы в Москву и подписал с вами, как с директором Варьете, контракт на 7 выступлений. Вот контракт и подпись ваша и Римского. Дверь открыла мне ваша домработница Груня. Она сказала мне, что соседа вашего Михаила Берлиоза нет дома, и что если я хочу видеть вас, чтобы я сам прошел к вам в спальню. Но, увидев такое обстоятельство, я, естественно, послал Груню в ближайший гастроном за водкой и закуской и в аптеку за льдом. Позвольте с вами рассчитаться. Какой вздор! Тогда позвольте, я ненадолго, на минуту вас покину. Груня! 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 О, Господи! Берлиоза, что ли, арестовали? Алло, Римский? Это я, Лиходеев. У меня артист Воланд. Сейчас буду. Груня, какой тут кот у нас шляется? Откуда он? Еще кто-то с ним. Я вижу, вы удивлены, дрожайший Степан Богданович. А между тем удивляться нечем. Это моя свита. А свита требует места. Так что кое-кто здесь у нас в квартире лишний. И я думаю, что я тут лишний. Вы. Они вообще в последнее время жутко свинячут. Пьянствуют, вступают в связи с женщинами. И машину зря гоняет казенную. Да я вообще не понимаю, как он попал в директора. Из него такой же директор, как из меня архиерей. Ты не похож на архиерея, Зазола. Вот я о том и говорю. А позвольте мессиру выкинуть его ко всем чертям из Москвы. Умоляю, скажите, какой это город? Однако. Вон набрался. Я не пьян. Я болен. Алло, со мной что-то случилось, я болен. Скажите, какой это город? Где я? Какой город? Ялта. Ялта? Ба! Никанор Иванович! Вы кто такой будете, гражданин? Вы. Лицо официальное. Эх, Никанор Иванович, что такое официальное лицо или неофициальное? Это ведь с какой точки зрения посмотреть. Сегодня я неофициальное лицо, а завтра видишь и официальное. А бывает и наоборот. Официальное лицо. А на завтра видишь и неофициальное. О, бывает. Бывает, Никанор Иванович, еще как бывает. Да вы-то кто такой будете? Как ваша фамилия? Моя фамилия... Ну, скажем,
Коровьев. А не закусите нам, Никанор Иванович, а? Без церемоний. Я извиняюсь, какие тут закуски? На половине покойника сидеть не разрешается. А кто такой будете? Я? Вы что здесь делаете? Я? Я состою переводчиком при особе иностранца, имеющего резиденцию в этой квартире. Какого такого? Иностранца? Иностранный артист господин Воланд был любезно приглашен директором варьете Степаном Богдановичем Лиходеевым провести время своих гастролей примерно недельку у него в квартире, покуда сам Лиходеев съездит в Ялту, о чем в письменном виде он вас вчера вечером и уведомил. Ничего он мне не писал. А вы поройтесь. Поройтесь. Как это я про него позабыл? То ли еще бывает. То ли еще бывает, любезный друг Никанор Иванович. Я сам до ужаса рассеян. Переутомление и повышенное кровяное давление. Как-нибудь за рюмкой я вам расскажу несколько фактов из моей биографии. Вы обхохочетесь. Когда же Лиходеев едет в Ялту? Да он уж уехал, уехал. Он, знаете ли, уж катит, катит. Уж он черт знает где. Мне необходимо лично повидать иностранца. Невозможно, никак невозможно. Он занят, занят. Дрессирует кота. Кота, если угодно, могу показать. Не надо кота, покорно благодарю. Никанор Иванович, видите ли, Никанор Иванович, ввиду того, что господин Воланд нипочем не желает жить в гостинице, не сдаст ли жилтоварищество на недельку ему квартиру, то есть всю квартиру, включая комнаты покойного. Покойник, как вы сами понимаете, теперь... Иностранцам полагается жить в метрополе. Капризен он, говорю вам, как черт. Знаете что? Ну, не желает он. Ну, не любит он гостиницы. Вот они у меня где. Эти интуристы. Приедет или он нашпионит, как последний сукин сын, и капризами своими все нервы вымотает. И то ему не так, и это нехорошо. А товариществу вашему, Никанор Иванович, полнейшая выгода и очевидный профит. Контракт. Это для вас, это для нас. Один, свей, дрей. Пересчитайте деньги, счет любят. Свой глазок, смотрок. А контрамарочку? А к чему разговор, Никанор Иванович? Сколько вам билетиков? 12, 15. Ну что вы, для меня и супруги. Это не полагается. Ну, у нас не полагается, а у иностранцев полагается. Ну, вы этим обидите интуриста, Никанор Иванович, это неудобно. Ну, вы же трудились. Строго преследуется. А где же свидетели, где? Ну, что вы?
Королю считаю долгом сообщить, что наш председатель жилтоварищества дома номер 302 бис по Садовой Никанор Иванович Босой спекулирует валютой. В данный момент в его квартире номер 35 в вентиляции в уборной в газетной бумаге $400. Говорит жилец означенного дома Тимофей Квасцов. Заклинаю держать в тайне мое имя. Опасаюсь мести вышеизложенного председателя. Два заявления пришло на жилплощадь покойного Берлиоза. И чего только мерзавцы не пишут. А это Люська из 13-й призналась в тайной беременности. Да что ж такое, пожрать не даю. Кто-то опять валит. Не пускай никого. Нет у меня, нету. А насчет квартиры скажи. Чтоб перестали трепаться, на той неделе будет заседание. Сюда, сюда. Где сортир? А в чем дело? У нас в квартире ничего такого не может быть. Да. А документики, я извиняюсь. Где сортир? А вот здесь. 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 Доллары вентиляции. Ваш пакетик? Нет, господи. Подбросили враги. Бывает. Ну что ж, надо остальные сдавать. Нет, у меня нет. Богом клянусь. Никогда в руках не держал, нет. Вот у меня тут контрактник. Перевозчик гад подбросил. Кровью, пенсне. Братцы, у нас в доме нечистая сила. Держите их. Покайся, Иваныч, покайся. Тебе скидка выйдет. Не дура проклятая. Смотри ты, сколько желающих на этого Воланда. Алло? Варенуху, да? Нет его в театре, нет. Слушай, Варенуха, ты позвонил бы еще раз Лиходееву? Да звонил я Лиходееву. Карпова посылал домой. Нет там никого на квартире. Ну, уж не попал ли он, как Берлиоз под трамвай, а? Хорошо бы было. Да-да. Где тут варьете? Ну, здесь, а что? Сверхмолния вам. Ага. Распишитесь. Сегодня 11:30. Угрозыск явился шатен ночной сорочки, брюках, без сапог. Все. Психический. Назвался Лиходеевым. Директором варьете. Молнируйте ялтинскому угрозыску, где директор Лиходеев. Здрасте, ваша тетя. Уже Дмитрий? Да. Телеграф, примите сверхмолнию. За счет варьете. Ялта, угрозыск. Директор варьете Лиходеев, Москве. Ну, конечно. Финдиректор Римский. Да. Еще одна. Умоляю верить, брошен Ялту гипнозом Воланда. Молнируйте угрозыску подтверждение личности. Лиходеев. Граждане, распишитесь. Да. А потом думайте, сколько спасибо, вам спасибо. Угодно. Хорошо. Я же молния. Хорошо, хорошо. А сколько километров до Ялты? До Ялты? Ну, по железной дороге 1500 километров, а по воздуху... Да нет, нет. Не мог же он туда улететь. На истребителе, что ли? Да кто его пустит в истребитель? Да еще без сапог.
Вот что, Иван Савельич. Да. Возьми-ка ты эти телеграммы и лично отнеси в ГПУ. О! Здравствуйте. Пропустите, пропустите. Пропустите. Я администратор варит. Спокойно, 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 спокойно. Ась, загни там 20 мест лучших. Портере, да. Иван, да. Иван Савельич, вас к телефону. Что? К телефону. К телефону? Да. Алло. Говори, ну-ка. Его нет. Иван здесь. Савельич, не валяйте дурака, слушайте. Что? Ну ладно, ладно, что вы? Телеграммы тихо, никуда не носите. Что, что? И никому не показывайте. А с кем говорю, не имею? Ты русский язык, говорю. Понимаешь? Не носи никуда телеграммы. Ну, я. Я. Что у тебя в портфеле, паразит? Телеграммы. Тебя же предупреждали, чтобы ты их никуда не носил. Предупреждали? Я тебя спрашиваю. Предупреждали? Ты их все-таки понес? Важное происшествие в самом деле. Редактора журнала задавило. Можно подумать, что от этого журнал закроется. Лучше бы я этого знакомого Понтия Пилата подробнее расспросил. Можно присесть? Как же вы сюда попали? Ведь балконные решетки на замках. Решетки на замках. Но Прасковья Федотовна, наша нянечка, милейший новый рассеянный человек. Я стащил у нее месяц тому назад связку ключей. И таким образом... А раз у вас есть ключи, значит, вы что, можете удрать? Или что? Высоко? Я не могу удрать отсюда не потому, что высоко. Потому что мне удирать некуда. Итак, сидим? Сидим. Ну, вы, я надеюсь, не буйный? А то я, знаете ли, не вношу шума, возни, насилия. Вчера в ресторане я одному типу по морде засветил. Основание? Да признаться, без оснований. Безобразие. Профессия? Поэт. Ой, как мне не везет. А как ваша фамилия? Бездомный. М-да. А вам что же? Мои стихи не нравятся? Ужасно не нравятся. А какие вы читали? Никаких я ваших стихов не читал. А как же вы говорите? Что ж тут такого? Как будто я других стихов не читал. Впрочем, разве что чудо. Хорошо, я готов принять на веру. Хороши ваши стихи, скажите сами. Чудовищный. Не пишите больше. Обещаю. И клянусь.
для Пилата. Как? Потрясающее совпадение. Умоляю. Расскажите. Итак, граждане, сейчас перед вами выступит знаменитый иностранный артист месье Волан с сеансом черной магии. Попросим, господин Волан, попросим. Скажи мне, любезный Фагот, а ведь московское народонаселение значительно изменилось. Точно так, месье. Горожане сильно изменились внешне, я говорю, как и сам город, впрочем. О костюмах нечего и говорить. Но появились эти, как их, автомобили, трамвай, автобусы. Иностранный артист, выражая свое восхищение Москвой, выросший в техническом отношении, а также, конечно же, москвичами. Разве я выразил восхищение? Никак нет, мессир, вы никакого восхищения не выражали. Так что же говорит этот человек? А он попросту соврал. Поздравляю вас, господин Собравший! Но меня не интересует более важный вопрос. Насколько изменились эти горожане внутренне? О, это наиважнейший вопрос, сударь. Да, однако мы с тобой заболтались, дорогой Фагот, а публика скучает. Покажи-ка нам для начала что-нибудь простенькое. Гражданина Портецкого! Оставьте на память! Ведь недаром вчера за ужином сказали, кабы не покер, жизнь моя в Москве была бы совершенно несносной. Стара штука! Этот из их же компании! Вы полагаете? В таком случае мы с вами тоже из одной шайки, поскольку колода это у вас в кармане! А это же червонцы! Сыграйте со мной такую же штуку. Но почему же с вами одним? Может быть, все примут горячее участие? Прошу, наверх! Попросим же господина Воланда разоблачить нам этот опыт. Сейчас, граждане, вы увидите, как эти якобы денежные бумажки так же внезапно исчезнут, как и появились. Это опять-таки случай так называемого вранья. Бумажки, граждане, настоящие. А этот, между прочим, мне надоел. Суется, куда его не спрашивают. Что бы нам с ним такое сделать? Голову ему оторвать! Голову оторвать? А что это идея? Бегемот! Эйнсвейдрэйн!
мессии. Ну что же, люди как люди, любят деньги. А впрочем, так всегда было. Человечество любит деньги. А, ну, легкомысленны. И милосердие иногда стучится в их сердца. Обыкновенные люди, в общем, напоминают прежних. Вот только квартирный вопрос испортил их. А, наденьте голову. Катись отсюда! Без вас веселей! Голова! Моя голова! Отдайте мою голову! Таберча! Когда этого надоедал? Сплави! Давайте! Давайте откроем! Дамский магазин! Наша фирма совершенно бесплатно производит обмен старых дамских платьев на парижские модели, а также парижскую обувь, сумочки, духи и прошу! О, поприветствуй первую посетительницу! Мадам! Перевод кресла! Начнем с обуви, мадам. А они не будут жать? Стю! Стю вы, мадам! Прошу, мяу! Прошу. Сюда, пожалуйста. Спасибо. Я хочу! Ты ищи! Не ломай ты мне руку! У меня у супруги грипп. Если можно, чтобы передать через меня. Вот паспорт, он ждал, что я жена. Верю, верю, я вам верю, как самому себе. Порошок, он чулок получил. Спасибо! Об одном жалею, что на месте этого Берлиоза не оказалась критика Латунского. А вы сами виноваты. Нельзя было с консультантом этим вести себя столь развязно и даже нагловато. Да кто же он, наконец, такой? А вы не впадете в беспокойство? Нет. Нет. Кто же он? Хорошо. Вчера вечером на Патриарших вы встретились с сатаной. Не может этого быть. Его же не существует. Помилуйте, кому-кому, но не вам-то говорить. Вы были одним, по-видимому, из первых, кто от него пострадал. Сидите, как сами понимаете, в психиатрической лечебнице и все толкуете о том, что его нет. Но до чего мне обидно, что встретились с ним вы, а не я. А зачем он вам понадобился? Видите ли, какая странная история. Я сижу здесь из-за того же, что и вы. Именно из-за Понтия Пилата. Дело в том, что год тому назад я написал о Пилате роман. Вы писатель? Я мастер. Своими руками сшил ее мне. А как ваша фамилия? У меня больше нет фамилии. Я отказался от нее. Как и вообще от всего в жизни. Так вы хоть про роман-то расскажите. Ах, это был золотой век. И обыкновенно пахло сиренью. И голова моя становилась легкой от утомления. И Пилат летел к концу. Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы. И меня поразила не столько ее красота, сколько необыкновенная, никем не виданная одиночество в глазах.
И скоро, скоро стала эта женщина моей тайной женой. Она приходила ко мне каждый день. А ждать я ее начинал с самого утра. Никто не знал о нашей связи. Когда бы она ни пришла, ее ждали любимые нами обоими розы. Она сулила славу, подгоняла, перечитывала написанное. И вот тогда-то стала называть меня мастером. И говорила, что в этом романе ее жизнь. Но когда роман был написан, и я вышел в жизнь, держа его в руках, жизнь моя кончилась. Все боялись публиковать его. Лишь один редактор напечатал большой отрывок. И вот тут началась настоящая травля, словно я был литературный волк. Я травлю этого Латунского. Страх овладел мной. Каждой клеточкой моего тела. Господи, Господи, что ты наделал? Что ты наделал? Господи, Господи. Я возненавидел этот роман. Что ты наделал? Боля, мне страшно. Ты понимаешь, что меня арестуют? Уходи, уходи, уходи! Нет, нет, нет! Уходи! И она ушла. Меня арестовали в ту же ночь. И вот четвертый месяц я здесь. От допросов меня спас профессор Стравинский, сказав, что я душевно больной, и что только сумасшедший может написать в наше время роман о Христе и Пилате. Женщина, не дадите воды? Я молю, чтобы смерть достигла тебя как можно скорее. О, Бог, опоздал. Прости, Шуа. Я хотел облегчить тебе твои страдания. Одного. Будь проклят, отец и мать, которые родили такого глупца! Будь проклят, Бог! Ты несправедлив! Я не верю тебе! Ну скажи, разве есть другой Бог, который бы заставил Ишуа, такого человека, быть сжигаемым солнцем на столбе? Я ошибался. Нет. Ты не всемогущий бог. Ты черный бог. Ты бог зла. Я проклинаю тебя. Бог разбойников.
их покровитель и душа. Бригаду, приказ прокуратора, войска и конницу увести. Двое красобоя, остальные за мной. Что ты хочешь? Зачем ты подошел ко мне? Пей. Несправедливость. Я такой же разбойник, как и он. Дай ему попить. Славь великодушного егемона. Услышал меня. Прости меня. Направь молнию в столб Ишуа. Варенуха, ты где-то пропадал. Почему не позвонил? Ну и что это за петрушка с Ялтой? Какая там черту Ялта? Чебуречный он. Напился-с? Телеграфистом шлет телеграммы с пометкой Ялта. Хорошо, хорошо. Наконец-то этого лиходеева снимут. А где он сейчас? А он в отрезвителе сейчас. Эй, спасибо, Варенуха. Ай, спасибо, Варенуха. Догадался, проклятый. Чучера. Мамочка моя. Ой, мамочка моя. Уйди!
Откуда валюту взял? Бог истинный, Бог всемогущий, все видит. А мне туда и дорога. В руках никогда не держал и не подозревал, какая такая валюта. Господь меня наказует за скверну мою. Брал, брал. На нашими, советскими. Не валяйте дурака, гражданин босой. Лучше расскажите, как попали доллары в вентиляцию. Сами в бачке зародились. Своим враньем вы только усугубляете свое положение. А я и хочу пострадать за скверну свою. Как же вам не стыдно? Вы же член партии. И зачем вы в нее поступали? Из корысти. Вот теперь вы начали говорить правду. Ой, Господи, желаете? Землю буду есть, что не брал. А Коровьев? Он черт! Ну хватит! Хватит дурака-то валять! Вон он за шкафом! Вот ухмыляется и пыльце его! Держите же его! Окропить помещение! Ну, входите, раз звонили. Я являюсь заведующим буфетом театра Варьете. Нет, 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 ни слова больше. Ни в коем случае никогда в рот ничего не возьму в вашем буфете. Я почтеннейший проходил вчера мимо вашей стойки. До сих пор забыть не могу ни осетрины, ни брынзы. А? Драгоценнейший мой, брынза не бывает зеленого цвета. Вас обманули. Ей полагается быть белой. Извините, я не по этому делу, и осетрина здесь ни при чем. То есть как это ни при чем, если она испорчена? Осетрину прислали второй свежести. Голубчик, что за вздор? Чего вздор? Вторая свежесть, вздор. Свежесть бывает только одна. Первая, она же последняя. А если осетрина второй свежести, значит, она тухлая. Извините. Извинить не могу. А. Извините, я по другому делу пришел. Вчера вы изволили фокусы делать. Я? Помилосердствуйте. Мне это даже не к лицу. Да? А сеанс черной магии? Я должен открыть вам одну тайну. Я вовсе не артист. Просто мне захотелось посмотреть на москвичей в мазь. В числе прочего, бумажки посыпались с потолка. Ну, их все и похватали. И вот ко мне в буфет заходит молодой человек, подает червонец. Я даю ему сдачи 8 с полтиной. Потом другой. Тоже молодой? Нет, постарше. Третий, четвертый. А я даю сдачи. А сегодня стал проверять кассу. И вдруг вместо денег резаная бумага. На 109 рублей наказали буфет. Я не допускаю мысли, что они это сделали сознательно. Неужели мошенники? Неужели среди москвичей есть мошенники? Это низко. Это низко. Вы человек бедный. Сколько у вас имеется сбережений? 249 тысяч рублей! В 5 сберкассах! Ну, это не сумма. Хотя, впрочем, и она вам, собственно, не нужна. Вы когда умрете? Это никому не известно и никого не касается. Ну да, неизвестно. Подумаешь, бином Ньютона. Мяу. Умрет он через 9 месяцев в феврале будущего года от рака печени. В клинике 1 МГУ в 4-й палате. А я и не советовал бы вам ложиться в клинику. Какой смысл умирать в палате под стон и хрип безнадежных больных? Не лучше ли устроить пир на все 249 тысяч? А! И, приняв яд, переселиться в мир иной под звуки струн, окруженным хмельными красавицами и лихими друзьями. Впрочем, мы замечтались. К делу. Покажите мне ваши резаные бумажки. Вот.
нездоровы. А если они опять того? Ну, тогда приходите к нам опять. Милости просим. Гражданин, да у тебя червонцы-то куры не клюют. Ты бы со мной поделился. Оставьте меня, Христа ради. Да ладно, ладно, что ты? Да ну тебя к лешему ускарит. Господи, что это за дом у нас такой? И этот с утра пьяный. Черт тебе знает, в каком доме живешь. Пожалели тут лечиться и дела. Что вам еще? Я шляпочку свою забыл. Вы что, это не мое? Как? Вы без шпаги пришли? Какая шпага? Вы что? Покорнейше вас благодарю. Хоронят Берлиоза Михаила Александровича, председателя Массолита. Да, интересное у них настроение. Везут покойника, а думают только о том, куда девалась его голова. А, так это все литераторы? За гробом идут? А, натурально, натурально они. Скажите, среди них нет критика Латунского? Ну, он в четвертом ряду. Я вижу, вы ненавидите этого Латунского. Еще кое-кого ненавижу. Об этом неинтересно говорить. Да уж, конечно, что тут интересного, Маргарита Николаевна. Вы что, меня знаете? Ха, я вас не знаю. Ну, конечно, откуда же вам меня знать, Маргарита Николаевна? А между тем, меня просили пригласить вас сегодня вечером в гости к одному очень важному иностранцу. Кто вы такой? Ну, хорошо, зовут меня Зазелла. Но... вы что-нибудь знаете о нем? Ну, скажем, знаю. Умоляю вас, ради бога, скажите только одно, он жив? Ну, жив, жив. Ой. Анна, только прошу вас, ну, без вскрикиваний. Простите, но согласитесь, когда к женщине пристают на улице, приглашают куда-то в гости. Ну, я приглашаю вас в гости к иностранцу совершенно безопасному. И уверяю вас, что ни одна живая душа в мире не будет знать об этом посещении. А зачем я ему понадобилась? Ну, об этом вы узнаете позже. А что за иностранец такой? А, понимаю. Я должна ему отдаться. Я уверяю вас, что любая женщина в мире была бы счастлива сделать это. Я разочарую вас. Этого не будет. Вы воспользуетесь случаем и узнаете о мастере. Я еду. Ну, тогда потрудитесь получить. Да прячьте. Прячьте скорее. Прохожие смотрят. Сегодня вечером, ровно в половине десятого, потрудитесь, раздевшись до нога, натереть этой мазью лицо и все тело. В 10 я вам позвоню и скажу, что делать дальше. Понятно? Понятно.
Райана Фара. Милый, милый Азазел. Полетайте над городом так, чтобы попривыкнуть. И затем на юг, вон из города, прямо на реку. Маршрут. Вылетаю. Позвольте представиться. Коровьев. Прошу. Что самое удивительное, где все это помещается? Маргарита Николаевна, вы же умная женщина, надеюсь, догадались, кто наш хозяин. Ежегодно мессир дает один бал. Называется весенний бал полнолуния или бал ста королей. Народу! Бал будет пышным. Мы встретим множество лиц, объем власти которых был чрезвычайно велик в свое время. Но как подумаешь, право, как микроскопически малы их возможности по сравнению с возможностями того, чьей свите имею честь состоять, становится смешно. И даже я бы сказал, грустно. Да, да, да. И потом вы сами в королевской крови. Почему королевской крови? Ох, королева, вопросы крови. Самые сложные вопросы в мире. Я намекнул. Одна французская королева, жившая в 16 веке, чрезвычайно бы удивилась, если бы кто-нибудь сказал ей, что ее прелестную прапраправнучку по прошествии стольких лет я буду вести через Москву под руку. Но мы пришли. Что это? Кровь! Надо, надо, королева. Ничего не поделаешь. Ну, здесь, пожалуйста.
будете последний совет. Среди гостей будут различные, ну, очень различные. Ну, умоляю, королева Марго, никому никакого преимущества. Ну, хоть улыбочку, малюсенький поворот головы, все что угодно. Только не внимание. От этого они захереют. Пора, пора. Жак с супругой! Убежденный фальшивомонетчик, государственный изменник, но очень недурной алхимик. Прославился тем, что отравил королевскую любовницу. Королева? Королева восхищения. В восхищении? Граф Роберт по-прежнему интересен. Обратите внимание, как смешно, королева. Обратный случай. Этот был любовником королевы и отравил свою жену. Мы довольны. Какая зеленая. А это очаровательнейшая и достойнейшая дама, госпожа Тафан. Рекомендую вам. Была чрезвычайно популярна среди молодых неаполитанок, а также жительниц Палермо, в особенности тех из них, которым надоели их мужья. А что у нее на ноге? Откуда такая зелень на шее? На ноге у нее испанский сапожок. Я счастлива, королева, что мне выпала такая честь. Я рада. Королева восхищения. Жены покупали не яд для своих мужей, а те, узнав, просто удавили ее. Да что? Да-да. А вот эта вот скучная дамочка обожает балы и все мечтает пожаловаться на свой платок. Какой платок? К ней камеристка приставлена. И 30 лет кладет ей на ночной столик носовой платок. Какой платок? Синий, с каемочкой. Дело в том, что когда она служила в кафе, хозяин как-то раз заманил ее в кладовую, а через 9 месяцев у нее родился ребеночек. Она унесла его в лес, засунула в рот платок, а потом закопала мальчика в землю. На суде она сказала, что нечем кормить ребенка. И вот 30 лет она проснется, на столе платок. Она и сжигала его, и в реке топила, ничего не помогает. А где же хозяин этого кафе? Королева, разрешите вас спросить, при чем здесь хозяин? Он ведь не душил младенца в лесу. Если ты, сволочь, позволишь себе еще хоть раз впутываться в разговор... Край, отпустите ухо, опухнет. Зачем же портить бал распухшим ухом? Отпустите ухо, боже. Я счастлива, великая королева, быть приглашенной на бал полнолуния. А я рада видеть вас. Очень рада. Вы любите шампанское? Что вы будете делать, королева? Получится затор. Люблю. Фрида. Меня зовут Фрида, о, королева. Фрида. Так вы напьетесь пьяной в эту ночь, Фрида. И ни о чем не думайте. Королева восхищения. Кардинал Ришелье. Ваше Преосвященство. Наполеон Бонапарт. Секундочку внимания. Петр Первый. Мы восхищены. Королева восхищения, мы в восхищении. Я очарован, королева. Мы восхищены. Король Магбет, супруга леди Магбет, мы восхищены. Мазепа, мы восхищены. Первосвященник Кайфа. Мы восхищены. Предатель Иуда. Ульянов Ленин. Я рад, королева присутствует на балу. Весьма рад. Иосиф Сталин. Я восхищен вам, Маргарита Николаевна. И желаю вам всего наилучшего. Восхищение. Адольф Гитлер. А эти же еще живы. А эти специально приглашены. Королева! Фрида! Фрида, королева! Фрида! А!
все случилось, Николай. Глава отрезал женщины. Заседание не состоялось. Я живу в вашей квартире. Это факт. Вы считали, что по отрезании головы жизнь человека прекращается. Есть теория, согласно которой каждому воздается по его вере. Да сбудется это. Вы уходите в небытие, а я с радостью из чаши, в которую вы превращаетесь, выпью за бытие. Одну секундочку, мессир. На полу есть один человек, который, надо полагать, стремится стать покойником вне очереди. А, милейший барон Майль. Кстати, барон, ходят слухи о чрезвычайной вашей любознательности. Более того, злые языки уже уронили слово наушник и шпион. И еще более того, есть предположение, что все это приведет вас к печальному концу. Не далее, чем через месяц. Но чтобы избавить вас от томительного ожидания, мы сами решили прийти к вам на помощь. Воспользовавшись тем обстоятельством, что вы напросились ко мне в гости с целью подсмотреть и подслушать, что можно, и донести, куда нужно. Очень измучили. Нет, мессир. Это водка? Помилуйте, королева. Разве я позволил бы себе когда-нибудь налить даме водки? Это чистый спирт. Пейте смело. Ну, как прошел утомительный бал? Потрясающе! Все очарованы, влюблены и подавлены. Сколько умения, сколько обаяния, шар. Пора. Куда же вы спешите? Да поздно уже, месье. Всего хорошего, месье. Сядьте. Может быть, вы что-нибудь хотите сказать на прощание? Нет. Ничего, месье. Кроме того, что если я еще нужна вам, я охотно исполню все, что вам угодно. Так надо. Никогда и ничего не просите. Никогда и ничего. В особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут. Итак, Марго, чего вы хотите за то, что вы были сегодня хозяйкой у меня на балу? Я хочу, чтобы Фриде перестали подавать этот платок, которым она удушила своего ребенка. Вы сделаете это? Ни в коем случае. А вы это сделаете сами. А разве, по-моему, исполнится? Ну, делайте же, какое мучение с вами, а? Ну! Фрида! 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 Тебя прощают! Тебе больше не будут подавать платок!
Это не в счет. Я ведь ничего не сделал. Что вы хотите для себя? Алмазная Дона, на сей раз советую быть благоразумнее. Фортуна может и ускользнуть. Я хочу, чтобы мне сейчас же, сию же минуту вернули моего мастера. Скажите, а почему Маргарита называет вас мастером? Это простительная слабость. Она слишком высокого мнения о том романе, который я написал. О чем роман? Роман о Понтии Пилате. О чем, о чем? О ком? Вот теперь, в это время, и вы не могли найти другой темы. Дайте посмотреть. Я, к сожалению, не могу этого сделать, потому что я сжег его в печке. Простите, не поверю. Рукописи не горят. Вот она, рукопись. Вот она. Всесилен. Всесилен. Ну-с, Маргарита Николаевна, дело сделано. Имеете ли вы ко мне какую-нибудь претензию? Нет. Что вы? Желаю вам счастья. Прощайте. До свидания. До свидания. Прокуратору здравствовать и радоваться. Я слушаю приказания прокуратора. Не услышите, пока не присядете и не выпьете вина. Последний вопрос. Он касается Иуды Искариота. Я сегодня получил сведения, что сегодня ночью его зарежут. У меня этих сведений нет. Осмелюсь спросить, от кого эти сведения? И тем не менее его зарежут. У меня предчувствие, говорю я вам. Оно меня никогда не обманывало. Дай денег, дай. Бог подаст. Пусти. Низа. А, это ты, Иуда. Я тебя не узнала сразу. Впрочем, это хорошо. У нас есть такая примета, что тот, кого не узнают, будет богат. Куда же ты идешь, Низа? А зачем тебе это знать? Ну как же, ведь мы же условились. Я хотел зайти к тебе сегодня вечером. Ты же сказала, что сегодня будешь весь день одна. Ах, мне стало скучно. У вас, Иудеев, праздник, а что мне, гречанке, прикажешь делать? Сидеть и слушать, как ты вздыхаешь на террасе? Низа. И бояться к тому же, что... Служанка расскажет об этом мужу, когда он вернется из Кесарии. Нет, я решила пойти за город слушать соловьев. Как за город? Одна? Конечно, одна. Низа, позволь мне сопровождать тебя. Ну что ж ты молчишь? А мне не будет скучно с тобой. Ну что ты? Хорошо, пойдем. Погоди, зайдем в этот дворик и условимся. Низа. Подожди. Иди в масличное имение, в Гефсиманию, за кедро, понял? Хорошо. Я только забегу на минутку к родным, хорошо? Меня там ждут на праздничной трапезе. А, нет, я тебя ждать не буду. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Прости, прости. Ладно, я пойду вперед, но ты не иди сейчас же за мной, а отделись от меня. Только имей терпение, подожди здесь. Низа. Пойдем скорее, Низа. Низа. Сколько денег получил ты сейчас? Говори, если хочешь жить. 30. 30 тетрадрахм. Вот деньги, берите. Берите все, что получил. Все, что получил, только жизнь отдайте. Берите! Низа.
трогать. К вам начальник тайной стражи. Зови. Прошу отдать меня под суд, прокуратор. Вы оказались правы. Я не сумел уберечь Иуду из Кириафа. Его зарезали сегодня ночью. Желал бы я видеть, как они убили его. Убит он с чрезвычайным искусством, прокуратор. Поговорим о погребении. Когда команда тайной стражи, руководимая моим помощником Талмаем, достигла холма, одного тела на верхушке не оказалось. Как же я этого не предвидел? Некий человек... Леви Матвей. Да, Леви Матвей прятался на северном склоне лысого черепа, дожидаясь тьмы. Голое тело Ишваганосри было с ним. Его схватили? Он здесь, прокуратор. Покажи хартию, которую ты носишь с собой, где записаны слова Ишува. Все хотите отобрать? Последнее, что имею. Я не сказал отдай, я сказал покажи. Смерти нет. Мы увидим чистую реку воды жизни. Человечество будет смотреть на солнце сквозь прозрачный кристалл. Нет большего порока. Трусость. Ты знаешь, Гемон, в Иерусалиме я зарежу одного человека. Ты хочешь зарезать, конечно, меня. Нет, тебя мне зарезать не удастся. Я не глупый человек, чтобы на это рассчитывать. Я зарежу Иуду из Кириафа. Это тебе сделать не удастся. Ты не беспокойся. Иуда сегодня ночью уже зарезан. Кто это сделал? Не будь ревнив. Боюсь, у него были поклонники и кроме тебя. Кто это сделал? Это сделал я. Это, конечно, маловато, но это сделал я. Какой интересный город, не правда ли? Мне больше нравится Рим, месье. Да, это дело вкуса. Я к тебе, дух зла и повелитель теней. Не утомляй меня, говори короче, что тебе надо, зачем явился? Он прислал меня. Что он велел тебе передать мне? Он прочитал произведение мастера и приказывает тебе взять его с собой. И наградить покоем. А почему же это вы отказываетесь взять его к себе в свет? Он не заслужил свет. Он заслужил покой. Хорошо, я сделаю это. И уходи немедленно. Да, и еще ту, которая любила и страдала из-за него, он тоже просит взять с собой. Без тебя бы мы никак не догадались об этом. Лети к нему, все устрой. Опомнись. Зачем тебе ломать жизнь с больным и нищим? Эх ты! Эх ты! Я из-за тебя всю ночь тряслась ногая. Я несколько месяцев просидела в маленькой каморке и думала только про одно. Про грозу над Иерусалимом. Я выплакала все глаза, а ты... Когда счастье обрушилось на нас, ты меня гонишь. Мир вам. Ой, ой, как это мило. Ты видишь, нас не оставляют. А ведь мессир прислал вам в подарок бутылку вина. Кстати, это то самое вино, которое пил прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Валернское вино. Здоровье Воланда.
Неужели для того, чтобы считать себя живым, нужно непременно сидеть в подвале, имея на себе рубашку и больничные кальсоны? Итак, романтический мастер, он прочитал ваш роман и просил дать вам покой и возможность творить. Я хотел бы показать вам вашего героя. Около 2000 лет он сидит на этой площадке и спит. Когда восходит полная луна, его терзает бессонница. Что он говорит? Он говорит одно и то же, что у него плохая должность и что при луне он не чувствует покоя. Отпустите его. Не волнуйтесь. О нем уже побеспокоились. Теперь вы можете закончить свой роман. Свободен. Ха-ха-ха! Свободен! Он ждет тебя.